Два первые самолета-разведчика «Торнадо» военно-воздушных сил Германии взлетели в четверг с аэродрома в Шлезвиг-Гольштейне и направились в Турцию для участия в антитеррористической операции в Сирии. Они будут дислоцированы на базе «Инджерлик». Для их обслуживания туда же отправлены первые 40 военнослужащих. Еще 40 вылетели из Кёльна в составе экипажа самолета-заправщика. Германия собирается приступить к операции против группировки «Исламское государство» с 1 января 2016 года. К этому времени в Турции должна оказаться не менее 1000 немецких военных, 6 самолетов-разведчиков «Торнадо», 2 самолета-заправщика. Кроме того, к берегам Сирии направляется фрегат «Аугсбург» ВМС Германии. Участие Бундесвера в операции Западной коалиции против ИГИЛ в Сирии было санкционировано парламентом ФРГ 4 декабря. Максимальное число немецких военных, которые могут принять в ней участие, составит 1200 человек. Миссия ограничена сроком на один год, но может быть продлена. По самым скромным подсчетам, участие Германии в борьбе с террористами в Сирии обойдется бюджету страны в 134 миллиона евро.